Добрый день, здравствуйте, уважаемые любители комплайнса, друзья, коллеги, собственники бизнеса, юристы, комплайн-специалисты. Добрый день. Сегодня мы продолжаем цикл наших передач на нашем YouTube-канале Национальной ассоциации комплайнс, где мы сейчас с вами присутствуем. И с вами я, президент Национальной ассоциации Compliance Балакин Владимир. Сразу же приступаем к нашей сегодняшней теме, а тема очень важная, можно сказать, краеугольная тема во всей системе Compliance это проверка контрагента. Проверка контрагента это непреложная часть вашей системы должной осмотрительности. Той системы, которая предохраняет ваше предприятие, вашу организацию, компанию любой формы собственности и устройства от токсичности, которая может прийти с непроверенным или токсичным опасным контрагентом. Правила вебинара сохраняются. Представьтесь, пожалуйста. Все полезные ссылки, которые сегодня будут для вас представлены, будут отражаться внизу в описании странички. Поэтому пользуйтесь, есть активные ссылки, и нажимайте, переходите, интересуйтесь, набирайте, пожалуйста, больше информации. Оставляйте свои вопросы, мы тоже дадим для этого специальную э, электронную почту. Я в конце скажу адреса четкие, на которые вы можете вполне для себя писать вопросы, либо звонить. Если кому-то интересно, мы можем вместе с вами созвониться и переговорить. Я готов лично ответить на ваши вопросы э, не только в течение нашего занятия, но и за его пределами. Коллеги, прошу вас. Для того, чтобы вы поддержали нашу аудиторию, а наша аудитория постоянно растет, и мы этому очень рады, потому что таким образом видны результаты нашей скромной деятельности по популяризации тем, связанных с комплайсом. И если вы э, хотите постоянно быть в тренде и понимать, какие новости существуют, уметь общаться в профессиональной среде и быть более эффективным в своей профессии комплаенс менеджера например, юриста, финансиста, руководителя, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал Национальной Ассоциации Compliance. Ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. И сразу же интересное предложение для вас всех, кто интересуется трендами комплайенса международными трендами, особенностями. Мы приглашаем вас в этом году поучаствовать в очередном международном комплайенс конгрессе Речь идет о площадке, на которой мы, как Национальная ассоциация комплайенс присутствуем и являемся членами сообщества международных, международной федерации э, объединения Compliance ассоциаций мира это комплайн- специалисты со всех континентов очень большая представлена палитра различных компаний национальных структур национальных регуляторов и практик. речь идет о пленарных заседаниях и о возможности вам представить вашу компанию вашу практику на этой высокой трибуне, в международной среде. Мероприятие будет дистанционное, поэтому сразу же хочу сказать, что это все будет безопасно, комфортно. Вы можете просто поучаствовать как слушатель и зритель с возможностью задать вопросы онлайн спикеру написать. И в данном случае я хочу вас тоже уведомить, что мы позаботимся о переводе, специальном переводе синхронном с английского языка, потому что английский — это рабочий язык этого конгресса. Ну и, ознакомившись с этой интересной информацией, взяв ее на вооружение, готовы принять решение об участии, надеюсь, мы переходим к плану нашего сегодняшнего занятия. Мы определим, что такое проверка контрагента, нужен ли Мониторинг контрагента, нужна ли проверка контрагента, зачем это все нужно. На что обратить особое внимание при проверке контрагента. Акценты. Какие риски в отношении контрагентов есть? Что это за риски? Давайте разберем их сегодня. Коснемся и в некоторых э, разберемся поподробнее. Анализ контрагентов, как его производить. Мы с вами также пройдемся по этой теме. Проверка контрагенту можно провести бесплатно. Вы можете самостоятельно совершить некоторые шаги для того, чтобы обезопасить себя в общении с новым привлекаемым вами контрагентом. Проверка по ННН, проверка поставщика, чем она отличается, мы с вами Углубимся в понятие должной смотрительности в организации. Это касается статьи 54.1 налогового кодекса прежде всего. И дальше расскажу о предотвращении рисков. Например, есть инструмент интересный ⁇ Compliance оговорки. Возможно, вы о них уже знаете, возможно, вы их уже применяете. Давайте сверимся. Памятка мероприятий по проведению должной осмотрительности будет представлена также на сегодняшнем нашем занятии. И завершим мы наш сегодняшний вебинар формированием карты рисков, инструмент compliance системы, который очень вам нужен и пригодится, если им уметь пользоваться. Итак, готовы? Давайте пойдем по нашей тематики по нашему сегодняшнему плану. Проверка контрагентов – это широко распространенный термин. Наверное, для каждого из вас, кто сегодня с нами, он знаком. Он обозначает сбор и анализ информации о любом юридическом лице ИП, который появился у вас на горизонте для того, чтобы вы его наняли или он вас нанял. Должная осмотрительность – это совокупность мероприятий по получению необходимой достоверной информации, ее анализу и соответствующее формирование выводов. Должная осмотрительность – это важная непреложная часть вашей репутационной составляющей и вашей экономической безопасности. Коммерческая осмотрительность ⁇ это совокупность мероприятий по всестороннему исследованию деятельности своего будущего, делового партнера, контрагента, заказчика, включающая в себе проверку деловой репутации, качество выполнения ранее работ по другим контрактам, некоторая история, опыт, исследование численности и квалификации персонала этого этой организации, а также предоставление контрагентам в ответ на запрос, на ваш запрос, подробной информации о том, кто будет непосредственно производить работы. Должная осмотрительность, забегая немножечко вперед, потихонечку трансформировалась в коммерческую осмотрительность. Проверка контрагентов с целью минимизации налоговых рисков является важным пунктом внимания всей федеральной налоговой системы. И еще в 2008 году ФНС разработала критерии для самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, то есть для всех нас с вами. В частности, что из себя представляет вот эта вот самостоятельная проверка контрагентов. Приведу примеры, вы можете видеть это на слайде. Речь идет и об отсутствии информации, о регистрации контрагентов в едином государственном реестре юридических лиц, либо неправильной информации, либо с припиской о недостоверности сведений. Имейте в виду, практика о таких приписках уже сейчас полным ходом идет. Сайты проверки контрагентов. <связывая> Существуют специальные ресурсы, на которых вы можете зайти и совершенно без оплаты найти для себя нужную информацию для анализа. Я вам в последующем, чуть позже, их продемонстрирую. Регистрация по адресу <связывая> массовой регистрации. Вы знаете такое устойчивое сочетание адреса массовой регистрации. Это палка о двух концах. С одной стороны, это опасный сигнал, с другой стороны, надо разбираться. А может быть, это бизнес-центр, большой бизнес-центр в Москве, который позволяет привязывать свой адрес местонахождения юридическим лицам, арендаторам, к своему адресу. И здесь нужно в совокупности оценивать эти риски с каким-то еще возможными. Об этом еще речь пойдет дальше. Отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении его склада, производственных площадей, торговых площадей. Это должно, конечно, на, на, на мысли настраивать о том, что надо бы это проверить и убедиться, насколько это правда, что организация ведет такую деятельность, если у нее нет данных о местонахождении таких важных э, инструментов для деятельности. Осуществление организации финансово-хозяйственной деятельности с убытком в течение двух и более календарных лет. Ну вот как <coughs> с организацией вести дела, если она убыточная? Это наводит на мысли, да, конечно, нужно больше уточнить, а почему так? А почему организация не успешна? Может быть, у нее и качество услуг или качество товара, производства не такое, какое вам нужно и не успешное. Опережающий темп роста расходов организации над темпом роста доходов от реализации товаров. Также это фактор, который нужно взвесить. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника, если, например, это ниже среднего по виду экономической деятельности в том регионе, в котором эта компания находится. Тоже наводит на мысли. А как организация в данном случае живет, каких сотрудников она привлекает или как она показывает отчетность по этому показателю. Неоднократное приближение организации к предельному значению, установленных в налоговом кодексах России величин показателей, представляющих право применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы. То есть такое <coughs>, баражирование на грани. Построение финансово-хозяйственной деятельности организаций на основе заключения договоров с контрагентами, перекупщиками или посредниками. Речь идет о некой цепочке контрагентов, и каждый из которых может принести токсичность, сорваться, и увести вас, вашу цепочку контрагентов в пропасть. Вот если нет разумных экономических причин, почему такие вот цепочки организовываются, если организация не может вам это пояснить, то это также пункт для того, чтобы несколько негативную оценку дать по этому направлению. Не предоставление налогоплательщикам пояснений на уведомление налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности. Компания, конечно, должна активно уметь контактировать и отвечать на вопросы налоговых органов, да и не только налоговых, и других контрольных органов также. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением местонахождения, так называемая налоговая миграция, о чем это свидетельствует? Это свидетельствует либо о том, что есть так называемые косяки в деятельности, и компания в другую налогу уходит, либо она ищет какие-то административные контакты, чтобы э, спокойнее себя чувствовать. В любом случае речь идет о риске, что прикрываются какие-то недостатки или нарушения в деятельности этого контрагента. Кроме этого, проверка контрагента включает в себя анализ финансово-хозяйственной деятельности контрагента по открытым источникам. Это бухотчетность, показатели участия в различных тендерах, иные показатели, которые могут вам привнести в вашу картину об этом контрагенте достоверные сведения. Второе. Реальность ведения хозяйственной деятельности. Отсутствие признаков ликвидации, банкротства, какие-то отзывы, участие в мероприятиях, присутствие в профессиональных сообществах, оценки и рекомендации тех, кто уже вел с этой компанией свою работу. Это важно. Третье. Оценка способности предполагаемого контрагента исполнять свои обязательства. Вот по вашему заказу, по вашей потребности вы, соответственно, на нанимаете эту компанию, планируете, изучаете, поподробнее углубитесь в изучение вот этой способности контрагента сделать то, что вам действительно нужно. Как будут убеждать вас представители, какие будут презентации, какие примеры, какие инструменты и опыт – будет предоставлен со стороны предполагаемого контрагента. Четвертое. Проверка наличия требований о взыскании кредиторской задолженности. Это э, арбитражный суд, служба судебных приставов. Это все показатели, нет ли споров, которые сейчас грозят вашему планирующему, планирующемуся контрагенту. Не будет ли нанесен серьезный урон этой компании перед тем, как вы заключите с ней договор. Или сразу после этого. Оценка закредитованности контрагента. Тоже важный момент. Насколько она на свои компании живет, либо она э, привлек, привлекает кредиты и в связи с этим риски их востребования. Шестое. Наличие административных и уголовных дел в отношении стейкхолдеров контрагента важных персон, от которых зависит бизнес, руководителей, собственников, топ-менеджеров, то есть не связана ли эта компания со скандалами и с уголовными расследованиями. Я вам рекомендую <coughs> проводить проверки контрагентов не только до заключения сделки, но и по ходу исполнения этой сделки, до окончательных расчетов и подписания актов о том, что вы успешно этот контракт завершили. И вот следующий слайд также об этом. Вот посмотрите, пожалуйста, есть проверка контрагента. Она позволяет получить оперативную информацию об экономическом субъекте, который рассматривается в качестве делового партнера. Но на основании выявленных сведений можно сделать выводы о перспективах сотрудничества. А вот мониторинг сведений у контрагента позволяет предотвратить риски возникновение убытков по причине неблагоприятных изменений в отношении организации контрагента. Мониторинг вообще это система оповещения, которая должна быть у вас об изменениях в деятельности контрагента. Какие факторы, которые могут отразиться на вас? Например, признаки банкротства, например, уголовное дело, скандал, например, решение о ликвидации и так далее и тому подобное. А проверка первоначальная это как раз то, о чем мы говорим. Это сбор, первоначальный, анализ информации о самом юридическом лице или ИП, которую вы производите при, перед заключением договора. На что нужно обращать внимание при проверке контрагента? Я предупреждаю, что здесь даны достаточно много, но не все, э, не все признаки в данном случае вы можете много, больше еще признаков выявить. Обратившись к нам, вы выявите акцентированные признаки. И я хочу вас сразу сориентировать, что в описании к нашему сегодняшнему занятию есть ссылка на консультацию с экспертом. Это бесплатно для вас, если кто придет с этого вебинара. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, и вы узнаете о тех акцентах, которые надо делать для именно вашей компании, в вашей отрасли, в вашем виде деятельности. Ну, первое, это, конечно, массовый адрес регистрации. Задумайтесь, проверьте дополнительно параметры. Совмещение разных видов ОКВЭД. Это тоже наводит на мысль, о дополнительной проверке, как налоговые органы, так я думаю, ведет на мысль о дополнительном углубленном исследовании этого контрагента именно вас. Непродолжительный срок работы контрагента. Да, к сожалению, это очень такой фактор э, неоднозначный. С одной стороны, возможно, компания молодая, но перспективная. Но э, для вас это должно быть тоже таким маячком. А как она будет себя вести? А чем она докажет свою компетентность и опыт? И, может быть, вам будет интересно посмотреть, из кого состоит эта компания, посмотреть их опыт и посмотреть, как эти эксперты устойчиво связаны с этой компанией. Тогда, возможно, какие-то компромиссные варианты. Совпадение учредителя-руководителя в одном лице. Возможно, еще директор и бухгалтер. Ну, в данном случае это говорит о том, что дефицит специалистов, это, специалист, которому это можно доверить, и человек на одном месте в нескольких лицах. Порочные связи с ранее ликвидированными фирмами. Обратите на это внимание. Вот в данном случае это свидетельствует о возможных общениях с компаниями-однодневками, когда у них есть взаимодействие, и потом компания просто контрагент ликвидируется. Нахождение в черном списке Банка России. Смотрите на это и внимательно изучайте этот вопрос, не, не напрасно завносят в такие списки контрагентов есть какие-то неправильные действия, есть какие-то э, казусы или недочеты, да, нарушения, которые компания допустила и попала в этот черный список. Отсутствие штата сотрудников и ресурсов для выполнения предполагаемого договора. Отсюда вопрос, а как вы собираетесь наши задачи выполнять, если у вас нет штата? Поинтересуйтесь, задайте такой вопрос. Низкая налоговая нагрузка свидетельствует о том, что компания, возможно, мало зарабатывает. Отрицательные финансовые показатели. Опять же, может быть, это неэффективность деятельности компании нарастание проверок госорганов и выявление нарушений. Если госорганы обратили на это внимание, не будут ли эти нарушения продолжаться при заключении договора вас вот с этим контрагентом? Может быть, будет это риск. Недействительный паспорт учредителя или руководителя. Это прям аларм, и в данном случае нужно обязательно выяснить, насколько этот факт знаком, как это объясняется и что было сделано для того, чтобы это восстановить этот паспорт и не допустить заключения сделок или э, организацию учреждения компании на этот паспорт. Нахождение в стадии ликвидации, ну здесь о чем можно говорить с ликвидированной компанией, компании тоже можно вести дела, но имейте в виду там все несколько по-другому, в другом режиме происходит жизнь компании в стадии ликвидации, по-другому строится. Изучите это, если вдруг вас это устраивает. Ну, пожалуйста, но я бы не рекомендовал. Множество неисполненных исполнительных производств. То есть, когда уже компания находится в окружении судебных исполнителей, э, имейте в виду, что ваш, допустим, аванс при заключении договоров тут же может быть списан, и на что тогда организация будет делать работу. Факт блокировки счета со стороны ИФНС. Опять же, очень похожий на предыдущий. Если счет блокирован, то уж, вы знаете, надо как-то здесь думать, как поступать, да, какие, какие подстраховочные меры принимать. На что еще можно обратить внимание, при том, что вот предыдущий перечень, как я вам и говорил, не является прям вот исчерпывающим. Это достаточно большой, но не полный перечень. Вот повлиять на, на то, что вы можете правильно оценить контрагента, могут еще многие качества. И об этом нужно знать. И внутри своей компании, я говорю сейчас для генеральных директоров, для собственников, обязательно нужно иметь механизм который со всех сторон этих контрагентов э, осматривает и проверяет. И это не только безопасник, это не только юрист. Речь идет о комплайнс-функции. Речь идет не только о первичном э, осмотре и проверке контрагента, но и о постоянном мониторинге работы над этим. Настройка бизнес-процесса по проверке контрагента. Позволяет подготовиться к изменениям антиотмывочного закона 115 ФЗ. Он устанавливает ряд обязанностей для всех, без исключения организаций. Неисполнение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов с учетом положения этого закона 115 приводит к штрафам. Росфин мониторинг разработал проект редакции статьи 15.27.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Речь идет о проекте, в котором говорится, что совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, приобретенным преступным путем, это будет включено в КоАП Российской Федерации в ближайшем будущем. Штраф от 1 миллиона. Речь идет об административной ответственности как должностных лиц, примерно от 10 до 50 тысяч рублей, так и штрафы для организации от 50 тысяч рублей до миллиона. Речь идет о возможности, обратите внимание, и приостановления деятельности юридического лица до 60 суток, а это уже очень и очень болезненно для организации. На что мы еще можем с вами обратить внимание? Важный регулятор в этом направлении это Банк России. И вот в развитии подходов, предусмотренных методическими рекомендациями еще от 2017 -го года, 18 мР, методические рекомендации гласят о выявлении пресечения кредитными организациями деятельности контрагентов, совершающих так называемые сомнительные операции. В 2018 году Банк России издал методические рекомендации 5МР о подходах к управлению кредитными организациями, легализации управления риском, э, легализации отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. В этих методических рекомендаций, рекомендациях приведен перечень характерных направлений деятельности клиентов и отраслей экономики, в которых часто используются схемы расчетов, направленные на незаконную неуплату или возмещение НДС, и даны рекомендации по работе с клиентами, вызывающими подозрения в осуществлении ими незаконных действий, связанных с уплатой НДС. Методическими рекомендациями, которые разработаны Банком России во взаимодействии с ФНС России с учетом результатов надзорной деятельности Банка России, Правоприменительной практики, контрольно-надзорной деятельности России и согласованы с Федеральной налоговой службой. Хочу сказать, что межведомственное взаимодействие распространяется еще и на взаимодействие со следственным комитетом и ММВ, МВД. Предусмотрены перечни специальных вопросов по доказыванию умысла на совершение правонарушения, преступления в налоговой сфере. Я бы хотел особое внимание обратить вас на то, что сработавший риск у контрагента может повлиять на репутацию вашей компании. Такие риски предполагают потерю деловой репутации организации. Ну, к примеру, из-за публикации негативной информации о контрагенте и увязки с вашей организацией, о деятельности, подозрения, связанные с руководителями, ее работниками, менеджерами, которые могут быть в СМИ, на сайтах контрольно-надзорных органов и в других источников. Репутационные риски могут быть, например, глобальными, это касающиеся всей среды нашей жизни. Например, тренд на правильное питание отрицательно скажется на деятельность ресторанов быстрого питания. Ну или, например, всеобщее явление сейчас пандемия, оно серьезно ударило по малому и среднему бизнесу. Кооперативные, то есть влияющие на конкретную фирму. И локальные, которые могут сказаться на определенном сотруднике или группе лиц в организации. Нужно ли следить за репутационными рисками? Ответ однозначно ⁇ да, нужно. Административные риски. Хочется привести несколько тезисов, но на эту тему. Первое возможно при непосредственном взаимодействии с государственными органами и при сотрудничестве или даже вследствие осуществления ими контрольно-надзорных функций. Вы знаете, что и законом о противодействии коррупции статьи 13.3 Предусмотрены возможные меры – это формирование внутренних регламентов, процедур и локальных актов, которые позволяют организации правильно сотрудничать с правоохранительными органами и в данном случае с административными органами. Лучше это заранее предусмотреть, чтобы сотрудникам, кто будет этим заниматься у вас в компании, знать границы дозволенного, чтобы не больше, но и не меньше. На всех этапах важно оценить все риски и выстроить эффективную тактику взаимодействия с органами власти или же успешно разрешить уже имеющийся спор с государственным органом. У вас и ваших контрагентов система Compliance может обеспечить управление административными рисками. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы при возможном заключении договора с контрагентом, даже с заказчиком, вы убедились, что у вас, у потенциального контрагента есть элементы системы Compliance, которые, соответственно, отвечают вашим запросам о вашей безопасности деятельности должной или коммерческой осмотрительности. Налоговые риски – это неисполнение налоговых обязанностей контрагентам, которая может послужить основанием для признания его фирмой-однодневкой, в связи с чем налоговый орган может на вас что сделать? назначить проведение выездной налоговой проверки контрагента и его партнеров, соответственно, вас. Признать необоснованным включение затрат в состав расходов при расчете налога на прибыль или, например, налог НДС. Доначислить вам налог на прибыль или, например, отказать в возмещении НДС, применении налогового вычета по НДС. Начислить пение за неуплату налогов, привлечь к налоговой ответственности. О, неоднократно мы встречались с практикой, когда вот такие цепочки из-за неблагонадежных контрагентов объединяли в преступные сообщества. И это не шутки, это уголовная статья, это серьезное правонарушение. Да, действительно государство говорит, что не надо всех подряд в коммерческих отношениях в отношениях между хозяйствующими, хозяйствующими субъектами, объединять их руководителей в преступное сообщество. Но у правоохранительной сферы есть свое мнение на это и своя практика. Лучше заблаговременно предусмотреть и обезопасить себя. Уважаемые коллеги, вот мы дошли до статьи 54.1 Налогового кодекса. И здесь важный момент – с момента, когда эта статья появилась, налоговая более системно начала относиться к определению реальной финансовой, хозяйственной деятельности нас с вами, каждой компании, которую она рассматривает. Были введены условия, при которых налогоплательщик без всяких опасений может снизить налоговую базу. Их всего три. При уменьшении базы не должно быть допущено каких-либо искажений фактов хозяйственной деятельности или объектов налогообложения. То есть для вычетов или расходов должны быть реальные основания. Вторая сделка, которая повлекла снижение базы, не должна заключаться с целью уменьшения налога, его неуплаты или получения вычета. То есть операция должна быть экономически обоснованной. Обратите, пожалуйста, на это внимание, экономическое обоснование в вашей любой операции понадобится не только для того, чтобы с налоговой объясняться, но и с другими контрольными органами. И третье, условия договора должны выполняться тем лицом, с которым он был заключен. Значит, не должно быть ситуации, что по документам поставщиком является о Ромашка, допустим, а товар по факту грузила о гвоздичка. Убеждайтесь в этом и старайтесь спрямлять эти цепочки. Ну да, бывают, бывают, конечно, ситуации и деловые, и финансовые, и хозяйственные отношения, когда несколько компаний. Но это должно быть, опять же, смотрите пункт второй, экономически обосновано. И кроме всего этого в статье есть пункт три. Который немного защищает налогоплательщиков. В нем говорится о том, что следующие факторы не могут являться самостоятельными основаниями для отказа в расходах или вычетах. То есть, если бы только один этот фактор, например, первичные документы подписаны неуполномоченным или неустановленным лицом. То есть фиктивным директором, какие часто бывают в однодневках. Ай-яй-яй! Это очень серьезный повод для дальнейшей проверки, но это только один. Он не является окончательным. Нужна совокупность. Об этом пишет законодатель в налоговом кодексе. Второе. Контрагент ранее нарушал налоговое законодательство. Да, бывает. Но если это только один фактор, то он не должен быть единственным, который э, свидетельствует о... Том, что эта организация нарушитель. И товар или услугу можно было купить по более выгодной цене у других поставщиков. Опять же, это не является, если это один признак, полным доказательством экономической необоснованности. То есть, видите, какая тенденция сейчас даже у контрольно-надзорных органов, в частности налоговых, это смотреть на компанию в совокупности ее признаков деятельности. Что нужно сделать, уважаемые друзья, коллеги, чтобы проверить контрагента? Вот мы говорим, говорим, увещеваем, что это нужно. А что сделать-то конкретно? Вот смотрите, сейчас пойдет часть нашего сегодняшнего занятия, которая как раз об этом и сообщает вам. Первое. Сделайте запрос в регистрирующие органы о предоставлении копии уставных документов. Возьмите, отмониторьте Информацию открытую для всех в ЕГР ЮЛ. Изменения в статусе. Уточните, находится ли контрагент в базе судебных приставов. Посмотрите Арбитр, базу Картотека арбитражных дел, например. Есть там арбитражные дела. А кто это? А может быть, это такие же заказчики, которыми вы хотите стать для этой организации, которые уже не удовлетворились и спорят, и пытаются назад деньги вернуть, сопоставьте эти факты, и стоит ли вам в таком случае с этой организацией иметь дела. Проверьте достоверность сведений из единого государственного реестра юридических лиц. Проверьте, не является ли адрес контрагента массовым. Проверьте, находится ли директор в реестре дисквалифицированных лиц. Ведь если он там, он может даже не знать об этом но он не имеет права занимать эту должность. И сейчас, и еще некоторое время в следующем, в будущем. Уточните тип бизнеса, который ведет контрагент с целью расчета уровня оборачиваемости фирмы. И уточните количество сотрудников организации. То есть какими силами эти обороты обеспечиваются. Прикиньте, это реально или нет. Получите объяснение. Какие комментарии? Может быть, этому есть объяснение. Проанализируйте бухгалтерскую отчетность компании, которая, собственно говоря, э, доступна сейчас. Я покажу, где. Проверить полномочия представителя юридического лица, доверенность, паспорт, полноту полномочий, подлинность подписи и так далее. Посмотрите наличие и действенность специальных разрешений. Они должны быть действительными, эти лицензии допуски, например, там строительство или специальные виды работы с документацией и так далее и тому подобное. Что можно еще сделать? Например, узнать, находится ли директор организации контрагента в реестре номинальных директоров. Вот сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями, участниками нескольких юридических лиц, они также доступны. Можно проверить сведения в реестре недобросовестных поставщиков, подрядчики, исполнители — это такие черные списки, и в реестре недобросовестных подрядных организаций. Запросить письмом у контрагента необходимые документы перед заключением договора. Устав, ОГРН, ИНН, налоговую декларацию по НДС, налогу на прибыль. И можно еще многие другие документы, вплоть до локальных каких-то актов, те, которые вы не увидите на сайте организации, чтобы вам лучше познакомиться с этим юридическим лицом. Сформировать досье контрагента нужно обязательно и в письменном, и в электронном виде. И вот, как я обещал вам, сейчас мы с вами пройдемся по богатейшему перечню и источников информации, которые как раз-таки могут вам проиллюстрировать подробно и помочь вам провести проверку. Посмотрите, пожалуйста, зафиксируйте это, пользуйтесь этим. Это и сайт налоговой службы по проверке контрагенту. Это вестник государственной регистрации, сообщение о предстоящем исключении организации из реестра юридических лиц как недействующим. Есть такие сообщения, и порой организация живет, а налоговая уже приготовилась к ее ликвидации и приняла решение сайт Федеральной службы судебных приставов. Это можно проверить эту организацию на наличие исполнительных производств, долгов, взысканий. Картотека арбитражных дел cat.arbiter.ru .арбитр Мы об этом уже говорили, касались. Речь идет о том, настолько интересная жизнь ведет ваш будущий контрагент в судебном смысле. Может быть, он постоянно судится. Может быть, его представители судов не вылезают. Посмотрите. Может быть, вы заключите с ним договор, и у вас тоже наступит такая интересная жизнь. А может быть, вам это не понравится. Сайт ФНС проверка адреса контрагента. Также это есть. Поиск сведений на сайте ФНС в реестре дисквалифицированных лиц. Упоминали мы об этом в течение вебинара? Да. Вот посмотрите, где это можно найти. Еще раз, смотрите внизу. Дальше. Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий. Вот это очень важный момент, который я бы хотел акцентировать вот сейчас. Посмотрите, это свежий закон 248 ФЗ, который вступил в силу 1 июля этого года. И там предусмотрено два реестра: Единый реестр контрольно надзорных мероприятий всех, единый реестр проверок. То есть вы можете в текущем моменте в онлайн-режиме зайти туда и посмотреть, какие проверки э, по поводу кого или чего, и какие э, контрольно-надзорные мероприятия проводятся. Опять же, сайт ФНС. Не правда ли ФНС достаточно щедро делится информацией? Это единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме этого, предоставление данных бух-отчетности по запросам пользований происходит также по э, соответствующему адресу интернет-ресурса, который обслуживает ФНС Федеральная служба государственной статистики. Центр раскрытия корпоративной информации существует, если кто-то в э, обществах, которые под это подпадают, то он об этом уже знает. Предоставление данных бухгалтерской отчетности по запросам пользователей. Не поленитесь, запросите, вы узнаете много интересного. Сайт МВД – список недействительных российских паспортов. Вот так можно выяснить, действует паспорт или нет. А может быть, данные, которые у вас в договоре про, например, вашего исполнителя, контрагента возможного, паспортные данные уже там находятся, в этом реестре. Посмотрите, сайт МВД может вам об этом рассказать. Сказать сайт Федеральной Нотариальной Палаты. Вы знали о том, что можно проверить доверенность по реквизитам, которые указаны на нашей страничке нашего слайда? Знаете, возможно, если это нотариальная доверенность, убедитесь, что она действующая, не отозванная. Если это нотариально удостоверенная доверенность. От юридических лиц мы знаем с вами, что не обязательно удостоверять нотариально. Реестр лицензии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Проверить лицензию на продажу алкоголя вы можете. Реестр лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Здесь вы можете проверить лицензию на образовательную деятельность организации, где вы хотите отучиться. Сервис Федресурс проверка строительных организаций для строительства лицензии не нужны. А вот членство в СРО и допуски обязательны. И вот на Федресурсе вы можете вот эти вот членства и допуски у организации строительной проверить. Если нет, то организация действует незаконно. Имейте так это в виду. Сайт ФНС посмотреть, не номинальный ли директор. И такое есть. Посмотрите, вот как раз-таки адреса существуют. Обращайтесь, это очень просто даже самому посмотреть, а мы вам поможем именно в вашей ситуации разобраться, акцентировать, что именно посмотреть в вашей ситуации, на что обратить внимание с вашим контрагентом, в вашем виде деятельности. Обращайте на это внимание и, пожалуйста, смотрите на ссылки. Сайт закупок, список строительных организаций, которые не исполнили или недобросовестно исполнение своих обязательств. Это недобросовестные э, поставщики. Поэтому в данном случае богатые возможности существуют. И я вас просто хочу побудить и сподвигнуть этим заниматься у себя внутри. Если вы не знаете с чего начать, вы можете обучиться у нас. Э, у нас существует регулярно и вебинары мы выкладываем. Это совершенно бесплатно. Да, есть курсы, курсы повышения квалификаций. Вот это уже платная история, но очень полезная. 72 часа работы и материалов, практики и теории. Кроме этого, внутри вы обязательно э, вот эту функцию выполняете. Даже если у вас еще и она так не называется. Э, должная осмотрительность. Система комплайнс, элементы обязательно у вас присутствуют, только они распределены и неосознанны. Но экономическую безопасность вы, безусловно, должны поддерживать, иначе вы будете беззащитны. А ваша задача сейчас – наращивать свой комплайнс иммунитет защитные свойства вашей организации. Для того, чтобы сотрудничество с контрагентом не повлекло за собой для вашей компании глубоких разочарований и рисков в виде негативных налоговых последствий или ущерба от санкций, вашей организации необходимо обеспокоиться не только тем, уплачивает ли контрагент налоги, но и по ряду критериев убедиться в том, что контрагент является добросовестным, то есть благонадежным с точки зрения ваших деловых отношений. Проверка контрагента должна осуществляться профессионалами внутри компании или привлеченными на аутсорсинг. Ну и целью проверки контрагента по новым правилам является понимание, что перед вами добросовестный контрагент, который ведет честный бизнес. Еще несколько э, удобных практических советов. С помощью сервиса Прозрачный бизнес по ИНН на сайте ФНС можно проверить финансовое состояние вашего потенциального контрагента. Можете узнать о его долгах, можете узнать о налоговых нарушениях, и э, можете узнать долги контрагента по налогам, пениям и штрафам именно вот в налоговой части. Налоговые правонарушения и ответственность за них, в том числе общий размер штрафов, который в истории этой компании существует, специальные налоговые режимы, которые применяет контрагент. Участие компании в консолидированной группе налогоплательщиков, среднесписочную численность работников компании за его историю предыдущий год, доходы и расходы по бух отчетности за предыдущий год, сумму уплаченных за год налогов. И, друзья, а вот интересный эксперимент вы могли бы провести, а попробуйте вот по этим ресурсам посмотреть, как вы, ваша компания, выглядит. Может быть, вы узнаете что-то интересное. Может быть, картина порадует вас. А может быть, вы немножко огорчитесь и решите что-то подправить у себя. Мы вам с удовольствием в этом готовы помочь. Кроме того, по ИНН и с помощью сервиса «Прозрачный бизнес» можно получить информацию из других реестров и сервисов ФНС. ИГРЮЛ, дисквалифицированных лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства, реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных компаний, реестр наглоб плательщиков об иностранных организациях. Также можно узнать о многократном участии какого-то физического лица в организациях. Ну, это тоже свидетельствует об определенной некорректной деятельности, мягко скажем, об адресах массовой регистрации. Чтобы получить информацию, введите ИНН, ОГРН, название компании, адрес ФИО или ИНН физического лица. Пользуйтесь этой возможностью. Все, что можно сделать бесплатно, вы можете это сделать прямо сейчас после нашего вебинара. Рад, что прибавил вам что-то новое, если вы еще об этом не знали. Ну и для проверки поставщика следует задействовать все доступные ресурсы. Мы рекомендуем запросить у контрагента все документы, касающиеся планируемой сделки, которую вы планируете. Заказать необходимые справки, выписки в Федеральной налоговой службе, лично посетить офис, познакомиться с директором, посмотреть складские помещения поставщика, например. Кроме того, рекомендуем произвести проверку поставщиков с помощью официальных интернет-сервисов, контролирующих органов, контроль надзорных органов. Посмотрите, опять же, здесь, пожалуйста, и налоговый орган, и судебный, служба с приставов, и антимонопольный орган, сервис МВД. Все к вашим услугам. Даже ради любопытства зайдите и пронаблюдайте. Например, себя посмотрите. При заключении договора контрагену необходимо отказать, если он. Вот это. Поводы для отказа. Первое. Но ну, если он не числится в ЕГРЮ или Едином реестре и индивидуальных предпринимателей, или имеет регистрационные нарушения, ну тут однозначно нужно отказать. Является действующим, но в его первичных и уставных документах есть существенные ошибки. А вы э, наверняка посмотрите его первичные и уставные документы зарегистрирован по массовому адресу или информация о его местонахождении отсутствует. Вот это важно, где вы потом его будете искать, отказать. Не представляет документальное подтверждение полномочий должностных лиц, имеющих право подписать от имени контрагента. Ну как же, без полномочий кто-то если подпишет, то ваша сделка будет недействительной. Вы понимаете этот это риск, эту опасность? Это надо также отказать не имеют подтверждающих документов о приобретении производстве продуктов для дальнейшей их реализации. То есть в документах отображаются только финансовые потоки, а товары отсутствуют. То есть происхождение товара для вас, я думаю, что тоже важный момент, потому что вас потом могут спросить, а почему вы не позаботились и не узнали о происхождении товаров? Это же ведь так просто. Получите это объяснение не обеспечен производственными или торговыми площадями, собственной или арендуемой недвижимостью, оборудованием, которое может производить э, вот соответствующие продукты. Или в штате не числятся сотрудники. Ну как может, например, один человек все сделать для производства, например, там серьезной машины? Может быть, он может для того, чтобы программное обеспечение сделать? Да, здесь надо смотреть все в совокупности и комплексно. То есть должная осмотрительность – это совокупность мероприятий по получению необходимой достоверной информации, ее анализу и использованию в выводах и решениях по действиям. Термин должная осмотрительность стали применять после того, как его э, употребили в постановлении Пленума 2006 -го года Пленум ВАС Российской Федерации. Прином звучало так название об оценке арбитражными судами об основанности получения налогоплательщикам налоговой выгоды, но сейчас э, налоговая уже применяет термин как коммерческая осмотрительность. Мы к этому сейчас придем с вами и э, на этом заострим внимание. Информация о контрагенте содержит факты о нем, позволяющие организации оценить степень в которой контрагент подвергает ее целому ряду рисков. Эти риски включаются в себя, заключаются в том, э, что это может быть риск отмывания денег, финансирования терроризма под ФТ. Подход налогового органа к понятию должной смотрительности постоянно развивается и трансформируется. До 2017 года налоговый орган руководствовался положениями пункта 12. Приложение 2 к приказу ФНС 2007 года. Э -э номер вы видите на экране. Вместе с тем, подход налогового органа к понятию должной смотрительности после 2017 года изменился. Так, э в законодательстве появилась новая статья 54.1 в налоговом кодексе. Она регулирует вопросы необоснованной налоговой вы выгоды. Она вступила в силу 19 августа 2017 года. И Федеральная налоговая служба при разъяснении этой статьи ведется очень много дискуссий между Минфином, налоговой, судебными станциями, другими регуляторами. Мы в этом участвуем, есть даже публикации. Если хотите, мы обратитесь к нам, дадим вам ссылки. Где можно публикации это посмотреть? Зайдите на сайт, прежде всего Национальной ассоциации компаний. Есть целые обзоры. Мы участвовали в формировании бюллетеней Интерфакса и э, есть целые обзоры по практике применения статьи 54.1. Это будет полезно и интересно разобраться в этом вопросе для вас. Теперь понятие должной осмотрительности с точки зрения налоговой службы, оно трансформируется в коммерческую осмотрительность. Формальные недочеты при проверке контрагента не так важны стали. Главным критерием является реальность сделок, то есть речь идет сейчас о совокупности признаков, которые нужно у контрагенте собрать. Если только один недочет, то этого еще мало, нужно прибавить к нему либо э, иллюстрирующие этот недочет, либо опровергающие этот недочет сведения. А это целая комплексная работа. Ну и простая памятка, что же нужно сделать для того, чтобы к должной осмотрительности прийти. То есть в рамках благонадежности подойти к вопросу привлечения такого же благонадежного контрагента. Прежде всего это разработать положение о договорной работе, где предусмотреть вот эти мероприятия по изучению контрагента и мониторингу деятельности контрагента, когда вы с ним уже заключили договор. Разработать регламент по соблюдению должной осмотрительности или коммерческой осмотрительности. Кто за это должен отвечать? Какие сведения из каких источников? Как формируется досье контрагента? Кто на него ориентируется? Какие санкции, если кто-то не сработал правильно? Прописать в долж должностных инструкциях работников ответственность при э, непроявлении должной осмотрительности при выборе контрагента. Вот о чем только что говорил. Запросить письмо у контрагента, необходимые документы перед заключением договора. Мы уже их перечисляли. Это учительные документы, документы ОГРН, ННН, налоговая декларация по НДС, по налогу на прибыль. Другие документы, которые могут составить вам полную картину, с кем вы пойдете дальше в путь, соединившись договорными отношениями составить карточку налоговой безопасности и вот важную роль в проведении должной осмотрительности играет корпоративная культура риск-ориентированный подход который заложен сейчас в принципы государственного контроля и надзора рабочие регламенты обеспечивают ответственное отношение к ведению бизнеса как можно предотвратить риск Например, я вам уже говорил, возможно, применение инструмента compliance оговорки – это установление заверений и гарантий сторонам в отказе от нарушения законодательства, отказе от взяточничества, коммерческого подкупа, незаконных платежей, а также от совершения иных противоправных действий, которые могут привести к нарушению одной из сторон договора применимого права. compliance оговорка. Это дополнительные обязательства сторон. Вы, например, можете возложить в этом договоре на обязательства, а сторона принимает на себя дополнительные обязательства в ваших отношениях, для того, чтобы более обезопасить ваши договорные отношения, деловые отношения. Основные виды комплайнс-оговорок – это есть антикоррупционные, очень распространенные, антимонопольные, налоговые, санкционные сейчас, если… Бизнес, например, связан с возможными санкциями и с экспортными и импортными операциями. По должной осмотрительности, экологически, ну, конечно, о конфиденциальности. Наличие комплайенс-оговорок в соглашениях позволяет подчеркнуть, что бизнес придерживается принципа должной осмотрительности и создает порядочную деловую репутацию, благонадежную репутацию, исполняющую свои обязательства партнера ну и э, еще один инструмент который я бы хотел сегодня вам дать представить может быть вы у себя уже его применяете но я хочу подчеркнуть его важность это карта рисков это визуальный документ наглядно систематизирующий выявленные при анализе вашего анализа бизнес риски вы можете это распространить и на ваших контрагентов это отражающий уровень документ э, уровень вероятности срабатывания каждого из них, из этих рисков и оценку неблагоприятных, например, последствий и содержащие способы сокращения их влияния. Карта рисков может быть составлена по компании в целом, по конкретному бизнес-процессу или по определенным его направлениям. Важно выявлять риски на ранних стадиях, чтобы не дать им вырасти до критических или катастрофических, разработать и внедрить именно работающие механизмы по устранению и предотвращению возникновения риска в будущем – важная задача комплайенс-специалистов в вашей организации, комплайенс-функции. Заблаговременное, превентивное э, выявление угр угрожающих опасностей и рисков – залог вашего спокойного продвижения по вашему маршруту. По вашему треку и про карту рисков еще есть разные отношения к ранжированию тех рисков если раньше было по э, вероятности срабатывания то сейчас больше обращают внимание на тяжесть последствия даже если малая вероятность срабатывания но ну, тяжелые последствия может выкосить бизнес и там уже без разницы, насколько редко этот риск может сработать. Поэтому речь идет о том, что это может быть графическое, табличное, отображение реестра рисков с указанием степени влияния, вероятности наступления каждого из них, особенностей подразделений, которые за это отвечают, кто держит этот риск, кто отвечает за него. Риски ранжируются по степени опасности от низких до высоких и чрезвычайно высоких. Государство сейчас... В федеральном законе 248 и в законе ⁇ Спутники ⁇ который поддерживает действие этого закона, всех ранжируют по видам рисков. Смотрите наши предыдущие вебинары, и вы узнаете об этом. Мы об этом будем еще говорить. Мы с вами теперь живем в этом регулятивном ландшафте, и надо на него ориентироваться. Выделение области деятельности подразделения проекта, в рамках которого выявляется максимальное количество потенциальных рисков и составляется реестр рисков с их описанием. Вот эта карта рисков, это ее элементы. Составляется карта рисков на основе качественной и или количественной оценки рисков, на которой отображены риски по степени их значимости. То есть значимость этого риска она оценивается при составлении, выявлении, составлении в каждом бизнес-процессе. На основе полученных данных составляются сценарии по управлению этими рисками, по предупреждению их наступления и рекомендаций, чтобы они не наступали или, если наступают, то минимальные были последствия от их срабатывания. И вот, вот эти сценарии, а что будет, если такой риск сработает? А что сделать нужно, чтобы он не сработал? А что будет, если вот такой риск нагрянет, например, общий, или корпоративный, отраслевой. Об этом надо думать заблаговременно и регулярно, конечно же. Уважаемые коллеги, друзья, мы с вами сегодня прослушали и прошли по всем запланированным темам нашего вебинара. Понимаю, что это очень большой пласт в системе compliance. Мы об этом сами знаем и многое для того, чтобы довести эту информацию до каждого предпринимателя, собственника бизнеса, директора, сотрудника ответственного, делаем. Я думаю, что если у вас есть какие-то вопросы, вы легко можете, пользуясь вот этими реквизитами, с нами связаться, созвониться. Пишите, мы есть в Фейсбуке, у нас есть хорошая страничка в Инстаграм, есть YouTube-канал, на котором мы сейчас с вами присутствуем, и, конечно же, сайт. А кому интересно, пожалуйста, заходите на Большую Ордынку, дом 10, строение 1. До следующих встреч. Будьте здоровы, будьте комплайенс. Всего вам хорошего.